Всем привет! Несмотря на лето, большим успехом пользуются велотуфли Shimano, которые явно выглядят не по-летнему. Итак, давайте немного подробнее о модельке, которая сегодня у нас на обзоре. Она называется ME7 и добавлена буквочка L. L обозначает черный цвет. Итак, в данном случае у нас экземпляр, который значится под стелечкой 27,8 см и позиционируется как 44 размер. Давайте посмотрим на них подробнее. Что из себя представляют эти велотуфли? Как всегда, традиционно, это верх из искусственной кожи. Данные велотуфли предусматривают свою эксплуатацию для самых экстремальных велопоходов, для того, чтобы принимать участие в соревнованиях, в поездках, в эндуро, приключениях, там, где нужна контактная обувь, там, где нужна максимальная защита от грязи, влаги и предохранение ноги. Давайте посмотрим на застежки. Застежки вот такая огромная липучка. Под ней возможность быстрого шнурования. Вот так оно выглядит. И вот так прилепляется кончик наших шнурков вот сюда. И только после этого мы застегиваем их. Дальше вверх еще интереснее вот представляет собой вот такую искусственную сетку. Эта сетка даст возможность, она такое на ощупь напоминает капрон, причем двухслойный. Снизу один слой перфорированной ткани, сверху другой капроновый. Вот как выглядит туфля и традиционная защелка клипса, где одной мы управляем быстрое застегивание, другой степ-бай-степ, шаг за шагом, по одному делению затягиваем на подъемчике. Очень интересная особенность этих велотуфлей, вот такая вот возможность затягивания на лодыжки из неопрена, такая резиновая вот манжета. Она не даст возможности песку, грязи, пыли и так далее проникнуть внутрь ноги. И давайте посмотрим на то, как выглядит туфелька изнутри. Оно того стоит. Потому что пяточка здесь специальная и язычок мягкий. И пятка тоже мягкая. Это комфорт. Это удобство, это хорошая фиксация ноги. Вот эта мягкая часть. Редко в каких моделях встречается именно так обработанная вот здесь туфля. Очень хорошо защищена нога, обратите внимание, от травм и различных воздействий. И теперь о подошве. Если вы обратили внимание, вот туфелька даже визуально очень легкая. Потому что создатели задумались о том, чтобы это было не только комфортно, не только хорошо дышала, но еще и легко на ноге было. А это сочетание материалов от Michelin из резины и пластика. Вот такая вот сочетаемая из нескольких материалов подошва дала очень хорошую жесткость, коэффициент жесткости 8, это очень достойно для такой модели, и при этом легкость. Ну и, конечно же, это контактная велообувь, где шипы будут как бы немножко утоплены в подошве. Вот такая прекрасная модель. Она заслуживает нашего внимания. Shimano каждый год нам демонстрирует что-то новое, что-то интересное. И в данном случае вот такая вот моделька, конечно же, порадует любителей велопоездок в экстремальных ситуациях, которая прекрасно защитит их. Ну и, в общем-то, любители приключений обязательно обратят на нее внимание. С вами Веломода. Подбирайте, пожалуйста, согласно вот такой табличке свои размеры. Если у вас это не получается, звоните нам, мы обязательно проконсультируем, у нас огромный опыт в этом деле, и вышлем вам велообувь бесплатно на примерочку. Мы ждем ваших звоночков. С вами Веломода, и я Наталья.